не нравится им в вольере. Сбежать хочет. Ласка. Ласочка. Хотя ласочка была подобрана довольно маленького возраста, около 7 дней. Она все равно довольно дикая. В общем, тут-тут-ху. В этом году русачки хорошие идут. Где-то здесь еще ныкается наша Феникс. Так, это жопка ласки. Феникс, скорее всего, где-то здесь. Ладно, не буду ее трогать. Она в лёжке, я ее не знаю, я ее не вижу, я ее не помню. Все. Мы с ней не знакомы. Ласочка, не переживай. Они, кстати, уже вдвоем столкнулись, и ласочка очень сильно испугалась Феню, а Феня очень испугалась ласку. Ласка практически размером с Феню, несмотря на то, что ей 2 недели всего. Ну, чуть больше. Потому что ласочка была у нас подобрана как бы в возрасте 7 дней, но при этом ее сразу передали в центр. Дальше у нас шло все как по нотам. Стартовали с 20 мл молока за раз. Теперь она больше 45 мл за раз пьет. В сумме получается больше 100 мл молока в день. На протяжении еще недель-двух, может быть, чуть побольше, она будет питаться роялкой. А потом дальше переходить потихоньку на твердые сочные корма. Феню мы уже не трогаем. Погрызенная простыня, конечно, в тему на заднем плане, но я решила ее не убирать. Ее съел еще прошлый заяц этого вольера. Ласочка. Иди. Вообще неудобная поза здесь из-за бурелома. Оп. Все, рука отваливается.